10,5 миллиардов рублей доходов, 10 миллиардов 800 миллионов расходов и дефицит 313 миллионов рублей. Таковы основные параметры бюджета Нижнего Тагила на следующий год. Главный финансовый документ города остается социально ориентированным, но существенная доля расходов заложена на ремонт и строительство городских дорог. Выполнение работ по реконструкции автодорог и мостовых сооружений, находящихся в аварийном состоянии, это имеется в виду путепровод по улице Целковского. Значит, выполнение проектных работ на строительство мостового перехода через Тагильский пруд, это выделение 233 миллионов рублей. Продолжение транспортной инфраструктуры с окончанием Муринских прудов автодорог, 6 миллионов рублей, и автодороги по улице Космонавтов. Кроме того, ожидается немалый трансфер из регионального бюджета именно на дорожное хозяйство. Поэтому бюджет города заметно увеличится в течение 2018 года. По предварительным расчетам будет превышать 2 миллиарда рублей. То есть к концу следующего года мы будем перед вами отчитываться за исполнение бюджета за 2018 год в размере не менее 12,8 миллиарда. По всем ключевым параметрам ожидается рост, в частности по объему товарооборота, инвестиций в город. Те темпы развития, набранные за последнее время, сохранятся. Наши планы и наши действия в рамках бюджетного процесса вместе с городской думой, здесь поддержка есть, претерпят еще изменения. И мы не будем ждать, а пойдем и будем делать, так как делали всегда. 10 ноября проект бюджета поступил в Нижнетагильскую городскую думу. Депутаты начали его рассмотрение на профильных комиссиях. По словам председателя думы Алексея Пырина, проект главного финансового документа на три года поддержан депутатами. Бюджет, проект бюджета, который сегодня внесен, если его сравнить с прошлыми годами, он, наверное, один из лучших. Участники публичных слушаний предложили включить в бюджет расходы на создание Дома дружбы, объединившего бы представителей всех национальностей, а также восстановление парка на Тагилстрое. Всего поступило 8 предложений, все они будут учтены при принятии бюджета. Итогом сегодняшних публичных слушаний стало одобрение проекта бюджета Нижнего Тагила на 2018 год, а также плановый период 2019-2020 годов. Все участники проголосовали «за». Антон Саев, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ.